Его там никто не ждет. Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса. Не так давно Прохор Шаляпин нелестно высказался о более опытных звездах отечественной эстрады. За это исполнителя буквально вышвырнули из шоу-бизнеса. О том, что некоторые знаменитости засиделись, на своих местах уже неоднозначно высказывались многие знаменитости. Так Сергей Шнуров отметил, что с Новым годом поздравлять страну вновь будут Владимир Путин и Филипп Киркоров. Он заметил, что довольно часто в эфире мелькают одни и те же лица. Того же убеждения придерживается и Прохор Шаляпин. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян решил высказать свою точку зрения по этому поводу. Он отметил, что возможно после этих слов у Шаляпина появится возможность проявить себя. Я недавно общался с Шаляпиным и Соседовым, которые тему возвращения звезд прошлого на сцену в телевизионном эфире подняли. Я спросил у Прохора, а будет ли он на одном очень серьезном музыкальном мероприятии, которое закрывает год в шоу-бизнесе. Он мне ответил, что его там никто не ждет, а быть там просто для того, чтобы светить лицом он не хочет, рассказал эксперт. По всей видимости, многие артисты не очень положительно отнеслись к его словам о том, что стоит выпустить на сцену более молодых исполнителей. Когда мы общались с Сергеем, он сказал, что очень переживает за то, что деньги в его банке, у которого отобрали лицензию, сгорели, и он оказался практически нищим. Я понимаю, почему они оба недовольны ситуацией в шоу-бизнесе. Шаляпина в него пока полноценно не приняли, а Соседов раньше был у всех на устах из-за острых высказываний в эфирах о шоу-бизнесе, а сейчас его стало на ТВ значительно меньше, подытожил Манукян. Публикация фотографий из Инстаграм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Украина лишится важного права в 2020 году. Путин влепил звонкую пощечину мечущемуся Зеленскому. Бордель под вывеской салона красоты. Рыбковскую призывают раскрыть правду о прошлом. Собчак поставила замужество и Богомолова на последнее место. За собой бы последить стоило. Шнурова погнали в шею с телевидения. И многое другое.